скажем так, полевая структура человечества со временем претерпевает различные изменения, определенные. Это развитие. В одну и ту же реку нельзя войти дважды. Поэтому опыт 2000 лет назад, вот я когда просчитывал молитвы, 2000 лет назад они работали определенным образом, сейчас по-другому, и они, воздействие их намного меньше. Значит, любая мантра, есть мантры, которые уже потухли, они не работают. Они работали великолепно 6000 лет назад, сейчас они вредят. Почему? Энергетика изменилась. А энергетика есть наше восприятие мира. Восприятие мира изменилось? Изменилось. Значит, система должна быть адекватна этому восприятию. И тот, кто начинает заниматься йогой, и тот, кто начинает заниматься тем, что великолепно работало 4000 лет назад, сейчас этот человек идет против божественного. И он разваливает себе и карму, и все остальное. Потому что абсолютизация какого-то метода, взятого из прошлого, это всегда проигрыш. Человек должен реагировать и вести себя, соответственно,